Несмотря на холодную погоду, на Барнаульский вокзал встретить Деда Мороза пришло несколько тысяч человек. Волшебник поприветствовал собравшихся и показал свои сани, вернее, расписной поезд. В нем 19 вагонов, в одном из них резиденция. Однако увидеть ее удалось далеко не всем. Нужно было заранее купить билет, стоимость которого 1950 рублей на ребенка и 2450 в сопровождении взрослого. За эти деньги ребята прошли квест в вагоне сказочной деревни, попили чай в буфете бабушки зимы и получили подарок. Очень забавные персонажи: Дед Рискун, Дед Мороз, Снегурочка. Очень интересные картинки. Надо подуть на них, и они активируются, то есть будет картинка, изображение. Очень понравилось, все очень интересно, пряник очень вкусный. Это такая сказка, ко мне он уже 7 лет не приходит, но я не перестаю в него верить, потому что я очень люблю волшебных существ. Я изучила многие Дедов Морозов: Пернель, Санта-Клаус, Эхо Паскуэра, Кэш-Баба и так далее. К слову, билеты раскупили все. Велико желание народа посмотреть на парня в халате. Кстати, сфотографироваться с персонажем можно было, но тоже за деньги – 500 рублей. Работали и вагоны свободного посещения, лавка и ресторан, сам паровоз. А также каждый желающий мог отправить письмо Деду Морозу с пожеланием подарка под елку. Тебя как зовут? Тимофей. То есть Игорек. Тимофей или Игорек? Тимофей, а ты уже придумал, что ты хочешь на Новый год от Деда Мороза? Да. Что хочешь? Динозавра. Затем поезд отправится в Карасук и Омск. Путь предстоит долгий. В Великий Устюг Дед Мороз вернется только 15 января 2023 года. Заметно богаче. Юлия Щепина, Александр Антропов. День с толком.